И всем привет, меня зовут Рицу. И мы продолжаем играть в Данганронпу B3. И наконец-то мы закончили наше расследование, которое длилось достаточно долго. Но, кстати, нет, подождите, я обманул вас, мы еще не закончили. Мы еще почти закончили, но не закончили. Я бежал на склад так быстро, как могла. Да, мы сейчас идем на склад. Не знаю, почему именно склад, но, видимо, так надо, чтобы посмотреть фотографии, что вообще на них было. Одна из самых важных деталей этого дела, наверное. Я не могла медлить ни минуты. Знаю, что правда находится на расстоянии вытянутой руки. Угу, даже так. Давайте узнаем эту правду, посмотрим, что там вообще на фотках есть интересного. Если там еще что-то есть. Может, там просто пустые фотографии, я не знаю. Может, я не знаю как. Я пулей влетел на склад. Может, камера не сработала вообще, кто знает. Ах, подожди-ка, Эд, не стоит так спешить. Я не могу держать ее в руках, так близко подобравшись к истине. Мы узнаем, кто является организатором всего этого. Окей, а где Монофани? А, они все пришли. Ну, ладно. Ладно, так уж и быть, не надо, чем мы все пришли сюда, ну. О, вы пришли. Конечно, пришли, я хотел видеть вас, дорогуша. Хе-хе-хе, вы так же прекрасны, как и всегда. Это у мне? Это мне? Ох, Моноски, так любишь пофлиртовать. А можно ли с вами выпить? Окей, давайте не будем так далеко заходить. Пейте столько, сколько хотите, у меня денег куры не клюют. Не знаю, я не знаю, настоящие это деньги вообще или нет. Хи-хи, спасибо вам. О чем они вообще говорят? Я просто не понимаю, что это за филлерные диалоги. Ни о чем и ни зачем. Извините, можно нам бутылку? А, это великолепно, нет. И сколько вы еще будете продолжать заниматься этим? Да, хороший вопрос. Забирайте их. Кто тебя побил? Главная дверь, задняя дверь и шкаф, собственно. Это все снимки, они разделены по конвертам для каждой камеры. А разве их не три всего, или сколько там фотографий вообще сделано было? Разве не одноразовые? Используйте их, чтобы разлучить этого ублюдка. Теперь все в ваших руках. Умирает. Помянем. Нет, не надо поминать его. Скатертью дорога. Фу, я так богат, что газетчики скажут по этому поводу. Ничего, вот что. Кстати, Монофани, хочешь валить отсюда после конца твоей смены? Они еще по смене работают. Хи-хи-хи, я хочу шикарный стейк на ужин. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Место рождения, зарплата, у тебя есть другая работа? Валите отсюда, валите. У меня... Просто валите отсюда. В общем, похоже, что теперь у нас есть фотоснимки. Да, наконец-то, если есть, если они настоящие. Если у них вообще все получилось. И все прошли сюда внезапно. Кэт, это правильные фотографии? У них ведь должен быть убийца, правильно? Ищи, как волнующе. Хочу видеть глупую рожицу убийцы. Рожа просто. Ладно, давайте посмотрим. Для начала проверим фотографии, сделанные камерой около главного входа. И, конечно, к самому главному фотографии с камеры у шкафа прием в конце. Там самое интересное должно быть. В конверте, подписанном как главный вход, находится всего 4 фото. Что ж, посмотрим на первый снимок. Окей, главная дверь, посмотрим. Так, это когда мы уже пришли туда, когда Рантаро уже скончался, погиб. Это момент, когда мы вошли в библиотеку. Наверное, снимок был сделан. Да, прямо перед тем, как было найдено тело Рантара. Я здесь плохо получилось. Не фокусируйтесь на этом слишком сильно, ладно? Ну, не знаю, по-моему, нормально. Уверяю тебя, это последнее, что нас беспокоит. Ладно, перейдем к следующему снимку. Почему вообще... Почему Кайта просто в тапках бегает? Ему нормально? Нормально вообще в тапочках ходить? Я сказал Рантара. Надеюсь, я сказал Рантара, потому что Кайта, очевидно. Это... На этом снимке только мы, вбегающие в библиотеку, да услышали крик Тенка. Окей, то есть они не одноразовые. Я неправильно понял, как это вообще одноразовость работает. Химика еще заходить не хочет, посмотреть на нее. Она выглядывает там, смотрит, ищет что-то. Здесь нет ничего интересного. Поторопись и покажи нам следующее фото. А, ладно. Ну, тут ничего интересного, в принципе, нет. Блин,
Рёма в своем стиле, в своем духе. Мью тоже боится зайти почему-то. Что с ней случилось? Почему она боится? Ей никто еще ничего не сказал. Диссекту пришел в библиотеку после объявления о нахождении тела. Все снятые здесь, включая меня, были лишь на подходе к подвалу. Так что мы немного опоздали. И на всех этих фотографиях показаны только мы после того, как было найдено тело. Есть еще одна фотография с главного входа, правильно? Да, давайте посмотрим на нее. Это... Ну, логично предположить, что это... Подождите. Как это... Я не понял, как это еще работает? Когда Шуичи зашел или Рентара? А... Что? Шуичи? Так, простите, похоже, сделал один из сенсоров, когда убирал камеры. А почему вообще Рентара не сфоткался? Я чуть не понимаю, как они вообще устроены, эти камеры. Что-то я не догоняю. Почему Рентар на этих фотках нет? У тебя что, руки жопы растут? На этой фотографии тоже нет никаких полезных зацепок. Ну окей, но это не так интересно. Давайте дальше сразу, не отходя от кассы. Камера, направлена на главный вход, сделала только эти 4 снимка. А почему только эти? Почему? Подождите, а как... Туда же Шуич... Подождите, нет. А Шуич заходил в эту библиотеку? Я не помню, что он вообще говорил об этом. Фотографии главного входа. Окей. Пускай будут, не знаю, для чего они вообще нам понадобятся. На этих фотографиях нет ни Рентара, ни тех, кто мог быть убийцей. Ой. Почему? Почему? Кто угодно мог из этих людей быть убийцей. Все же пришли туда, правильно? Это же не Монокума просто взял и решил убить просто Рентара. Значит, они оба вошли через задний вход? Ну, видимо, да, потому что Рентара не появился на снимках, это, по-моему, странно. Либо его там не было, либо что-то не сработало. Либо нам просто зажали фотку, я не знаю. Давайте тогда посмотрим фотографии, сделанные камерой около него. Камеры, направленные на заднюю дверь, были сделаны лишь две фотографии. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим первую. Рентара? Ну, наконец-то, окей. Хорошо. Рентара зашел через заднюю дверь. Почему-то. Так Рентара прошел через задний вход. Возможно, чтобы никто не заметил его. Ну, не знаю, как это, как его бы никто не заметил. По-моему, без разницы, с какой стороны входить. У меня была мысль о том, что он был перенесен в библиотеку после его убийства. Ну, кстати, хорошая идея. Ну, хорошая мысль, но вряд ли, мне кажется. Потому что времени слишком мало было, чтобы куда-то донести его. Но не похоже, что все так обстоит. Потому что если он был снизу, ну да, очевидно, что времени не хватило бы убить его где-нибудь еще и принести обратно. Значит, он был убит в библиотеке, придя туда по собственной воле. Давайте глянем на следующий снимок. Может, он покажет нам злоумышленника. Кстати, а что может быть на второй фотографии? Интересно. Опять Шуичи. Что? Ах, простите, это снова я. Мне нужно было убрать камеры. Ну как это? Подождите. Ну окей, ладно. Это на самом деле логично, потому что с заднего входа, по-моему, никто не должен был заходить. Тогда подождите, стоп. Если никто с заднего входа не заходил... Тогда как его могли убить, получается? Как его могли убить тогда? Если никто не заходил во время... Ну, до того, когда он был там уже. Ну, я не знаю, тогда единственный вариант остается это через дверь вот эту, вот где Монокума входит. Или, ну, да, вот она дверь, та черно-белая, ну, понимаете. Вы поняли. Допустим, кто-то мог выйти оттуда и ударить его по голове, и потом зайти обратно. Окей, ладно. Ладно. Ну, я больше не могу ни о чем мне, просто ничего в голову не приходит больше. Откуда еще могли его убить? Не, как же он любит привлекать внимание. У Шуичи не было выбора, убирая камеру, он все равно бы задел сенсор, да. Какая разница вообще? Ну, фотка и фотка, боже, что вы троллите Шуичи? Так уж вышло, как? Так уж камера работает. Раз ничего больше не сфоткало, значит движения больше не было. Это все, что касается заднего входа, только эти две фотографии. Окей.
Туда вышел только Рантара, и Шуичи снимал, когда уже сам сенсор и саму камеру. Больше ничего я не могу придумать, только из этой двери мог кто-то выйти. А? Убийца не светился даже на снимка запасного входа? Что это должно значить? У меня на фотографиях ни главного, ни заднего входов. Ну, либо это какая-то магия, в кавычках, может, это вообще химика была. Химика, на самом деле, организатор. Я уверен, с помощью магии она просто убивает всех. Да, это довольно странно. Почему нет снимка того, как преступник заходит внутрь? Слушай, Шуичи, тебе это не кажется тебе абсурдным? Ну да, тут без магии нельзя разобраться. Моя версия, что кто-то реально просто зашел из двери и просто и закрыл ее изнутри, опять же. Убил Рантару просто и зашел обратно. Очень быстро. Ну как тогда он знал, что он там будет, этот Рантара этот? Тоже непонятно на самом деле. На самом деле очень запутанно для первого дела. Нет прям никаких таких очевидных деталей, очевидных зацепок. Как-то сложно даже что-то представить вообще. Давайте посмотрим на снимки, сделанные из потайной двери. Может, они же нам что-нибудь скажут. Да, с потайной. Очень потайная дверь там, конечно, была. О, да. Или вы имеете в виду потайная дверь, та, что... Окей, да, мы же поставили камеру на шкафы, правильно. Но опять же, подождите. Ну, все правильно. Эта камера должна была бы запечатлеть момент открывания двери злоумышленником, да. Потому что она срабатывает только тогда, когда дверь открывается. Непосредственно. Я надеялась, что оно так и будет, извлекает фотографии из конверта. Там было два снимка. На первом был... Рантара? Окей. И ничего себе там здоровый на самом деле шкаф. Я не думал, что они такая здоровая просто дверь. Нифига себе. Я думал, она гораздо уже. А там прям какой-то... Я не знаю, как будто... Какой-то бункер открывает он. Ох, Рантара? Ну, если Рантара был тем, кто отодвинул шкаф, тогда... Он должен был знать о потайной двери. Мог ли убийца войти в потайную дверь? Может, он был там изначально? И это один из тех, кто, опять же, кого либо не было алиби, либо кто-то куда-то отлучался. Да, такая возможность есть. А можно, пожалуйста, узнать эту возможность, Киба? Мне интересно, о чем ты подумал. Давайте пока что посмотрим следующую фотографию. Осталась еще одна, не так ли? Да, вот она. Опять Рантара. Кстати, почему он со своим планшетом ходит? Как на первой фотографии он тоже с ним был? Или он потом его достал только? Что? А? Что Рантара делает? Ну, похоже, что он тянется к камере. Может, он пытался убрать ее? Ах, я кое-что заметил, когда убирал камеру. Датчик на этой камере был выключен. Так, и что это значит? Выходит, это фото было сделано до того, как сенсор выключили. Ну, это значит, что Рантара заметил ее, нашу скрытую камеру. Ну, ребята, я не знаю, как это вообще мне понимать, но ваши камеры просто ни разу просто не скрыты. Я не знаю, либо потому что нереально они скрыты и все их видят, либо я не знаю, другую причину. Передвижение шкафа с действием датчика, который в свою очередь активирует камеру, правильно? Передвижение шкафа с действием датчика. Да, правильно, Кимми. Похоже, что шкаф уже был подвинут. Так почему сенсор сработал? Так, почему? Какая разница, куда вы сейчас убийца? Как это какая разница? Мне интересно, о чем он вообще говорит? Я чуть не до конца его понял. Почему нет ни одной фотографии? Последнее фото должно было быть сделано незадолго до того, как Рантара убили. Если это так, тогда убийца обязан был быть прямо позади него. Ну, не знаю, может быть, на самом деле, он реально прям за ним стоит. Почему бы и нет? Но куда он тогда исчез? Вопрос. Непонятно. Но почему нигде не видно? Короче, это слишком сложно. Нужен суд, без него не разобраться. Нужно больше деталей. Хотя у нас максимальное количество деталей. Что еще можно было рассказать? По-моему, все, что мы могли, мы узнали. Это все фотографии. Мы не получили новых зацепок и до сих пор не знаем, кто убийца. Ну, согласитесь, очевидно, было бы слишком просто вот так показать убийцу на фотографии. Просто дурацкая трата времени.
Но точно проявилась в фотографии? Может, она избавилась от тех, что показывали убийцу? Может быть, вполне. Я не знаю, зачем вы доверились ей. Не знаю, зачем, но... Она могла делать что угодно. Ну, окей, спасибо, что она Монофань только вернулась. Как грубо, я проявила всю пленку, что мне дали. Клянусь своим могучей папочкой, что жульничества не было. Это все фотографии из скрытых камер, так что расслабьтесь и делайте выводы. Окей, это было быстро. Спасибо за краткость. Это правда все фотографии? Вы, должно быть, издеваетесь. Ни на одной из них нет убийцы. Если убийца не появляется в библиотеке, тогда как он убил Рантара? Нет, так вот, что называют идеальным преступлением. Идеальным преступлением? Шуичи что-то почувствовал в своей руке опять неладные. О, чувак, я сочковал только потому, что надеялся увидеть убийцу на фотографиях. Какичи, давай. Я не верю, что ты так просто надеялся решить это дело. Ну, конечно, ты вообще не собирался решать это дело. Но все равно. Не стоило так просто ожидать такого результата простого. Стоило бы помочь нам в расследовании. О, кстати. Что такое? Так. Все это время у Рантара был с собой монопад, так? Не думайте, что у него было нечто важное. Кстати, окей, он все-таки был у него в руках постоянно. Я не заметил, на первой фотографии точно я не видел, на второй, где он у шкафа стоит, возможно, надо было посмотреть. Его ученический планшет наверняка содержал немало информации, относящейся к нашему делу. Серьезно, почему? Сомневаюсь, что он как-то связан с текущим вопросом, просто носил его с собой. Опять же, ну просто так он не стал бы носить его. Ну, я понимаю, у него нет карманов, чтобы куда-то сунуть его. Ну, широких карманов, чтобы засунуть. Только за пояс. Ну, очевидно, так неудобно. И... Ну, вы поняли, да? Неудобно просто. Куда он вообще его сунуть может еще? Я прервал ему монопад, не нашел ничего подозрительного. О, чувак, так он никак не причастен к делу? Как все запутано? Не просто так он его носит. Может, это загадка к будущим тайнам? Вполне возможно. Не знаю почему. Каэда, все нормально? Почему ее нет на фотографиях? Если бы злоумышленник был на фотографиях, то не оставалось бы никаких вопросов. Так какого черта происходит? Каэда, о, а вот и он, наконец-то настало время. Самая интересная часть. Ладно, пришло время того, чего вы так долго ждали, классного суда. Да. Самая интересная часть, возможно, этой игры, после сюжета. Пожалуйста, соберитесь в храме правосудия во внутреннем дворе. Храм правосудия. Помните ту красную дверь, окруженную растениями? Это с другой стороны. С другой стороны. Красную дверь, окруженную растениями. Это на улице? Оттуда вы будете сопровождены к восхитительному классному суду. Увидимся там. До свидания. Мы еще встретимся с тобой, Монокума. Уже скоро. Время уже прийти? Похоже, у нас нет выбора, кроме как продолжить эту дискуссию на классном суде. Я не хочу туда идти. Я тоже, какая морока. Что, испугались? NPC вроде вас нечего бояться. Да, NPC. Все будет хорошо, просто чувство, словно меня загнали в угол. Нам просто надо разоблачить организатора на классном суде. Но разве это как-то вообще повлияет на классный суд? Какая нам разница, кто организатора на классном суде решать? По-моему, нам в первую очередь надо узнать, кто убийца. Ну, опять же, я так понимаю, что вы думаете все, что организатора есть убийца в этом деле. Что, скорее всего, неправда. Тогда все, включая эту убийственную игру, подойдет к концу. Да, верно. Давайте раскроем личность убийцы, если бы это мужчина, и забьем его до смерти. Разве избиение до смерти это не перебор? Все последовали инструкциям Монокумы и пошли во внутренний двор. Все? Но не все. Конечно же, Шуичи остался с нами. Наш верный напарник. Что тебя беспокоит, друг? Кэдди, ты в порядке? А, ты за меня беспокоишься? Прости, не хотел тебя беспокоить. Просто я так шокирована.
Я действительно думал, что все разрешится, когда мы посмотрим на фотографии. Но я не могу сейчас сдаться. Я все еще могу разоблачить организатора на этом классном суде. И тогда все, включая эту убийственную игру, подойдет к концу. Теперь я в порядке, Шуичи. Пошли, красная дверь во внутреннем дворе, правильно? Идем, идем. Пойдем. Выйти, да? Побежали. Даже не пойдем, побежим. Никого здесь нет, чтобы уже там со всеми поговорили. Уровень повышен, да, 4 уровень. Я пока что не... ну очевидно, зачем уровень нам? Для способностей всяких, которых у нас пока что вроде как нет. Если я ничего не пропустил. Да, я вижу. Вижу тут дверь заросшую. Вижу ее. Прям перед нами. Ну, а кстати, блин, жаль, что не та черная дверь, черно-белая дверь. Я почему-то думал, что там будет классно тут проходить. Ну, здесь, наверное, все-таки как-то получше и поудобнее. Это и есть та самая красная дверь, правильно? Судя по всему, да. А, Кэдэ, у меня еще есть один вопрос. Ты действительно думаешь, что он бы один из нас? Не только убийца, но и организатор? Чего? Разве ты мне не сам об этом сказал, Шуичи? Да, но... Кайдо, у тебя своя голова на плечах есть. Почему Шуичи должна... Извиняюсь, ты должна слушать Шуичи и... верить всему, что он говорит. Может, он на самом деле убийца и организатор. В принципе, вполне себе возможно. Насчет убийцы, он еще никак не подтвердил то, что он там что-то сделал, спустился. Может, тогда просто спустился и убил его. Просто это всего лишь мои догадки. Не верю, что нам стоит доверять моей дедукции. Ну, я и сама не знаю, правда ли это. Поэтому нам нужно поискать доказательства. Просто отвергая возможности, начиная думать о другом, ничего не подтвердив. Ты лишь отворачиваешься от правды. Мудро, Каэда, мудро. Что такое, Шуичи? Ты казался таким уверенным в себе во время расследования? Ах, прости. Пойдем, уверен, нас все уже ждут. Ну, окей. Раз ждут, тогда пойдем. Крутая статуя Монокумы. Сам делал ее. Так это и есть храм правосудия. Все, осторожно, если плохие вещи происходят, держаться позади Гонты. Тогда прокати меня на спине. Ну же, покатай меня. Боже мой, как ты уже задолбала. Так мы проводим классный суд или что? Нет, Монокума все подал так, что он отсюда нас куда-то проведут. Но Монокума нигде не видно. Что происходит? Я уверен, он появится. С минуты на минуту, с секунды на секунду даже. Так, с кем мы можем поговорить? Со всеми, очевидно, конечно же, но... Че, Шуичи, готов? Ты готов? Прости за то, что я сказал ранее. Это важно, и я... Это важно, и ты, Кокичи, что ты думаешь по этому поводу? Наконец-то случится, не терпится увидеть, что они для нас приготовили. Не знаю, что они приготовили для нас, но... Явно не самых приятных вещей будет. Особенный результат. Результат этой убийственной игры, убийственного суда. От этой статуи Монокумы исходит какая-то странная атмосфера. Чего? О, бюджет. Бюджет завезли. Анимация. Настоящая анимация. Последний раз я видел анимации только в УДГ. Ну там вы сами помните, какого качества они и бюджета были. Не очень. Смотри, какая даже какая вода. Вода здесь, смотрите, прям течет. У нас как настоящая. Это лифт? Он хочет, чтобы мы зашли в него? Я не хочу, пугающие поездки, это не для меня. И я тоже не хочу садиться в него. Давайте, залезайте все быстрее. Тогда оставайтесь, хотя я уверен, что в итоге для вас это будет только хуже. Да, я знаю. Так, скорее всего, и будет. Однако, если все предпочтут убежать, я пойду на сотрудничество. Нет, не надо. Не надо бежать. Просто идите внутрь, быстрее. Как по мне, это не самая лучшая идея. Бежать нам некуда. Пока стена конца существует, побег даже не обсуждается. Все будет в порядке, давайте все работать вместе. Ну, классика, классическая мотивация просто. Подбадривание. Давайте все работать вместе, мы обязательно достигнем нашего результата. И найдем убийцу.
Помните наше обещание? Мы сбежим из этого места и останемся хорошими друзьями после. Так что давайте сделаем это. Уверен, у нас с нами ничего не случится. Ну, с кем-то из вас явно что-то случится. Потому что мы такая невероятная команда. Да, кто из вас команда, мне интересно? Я не могу назвать себя мужчиной, боюсь я, когда девушка говорит такие слова. Поехали, я покажу им, как живет Кайто Монта, светило звезд. Да. Как интересно он живет. Ты хотел сказать, умирает? Не произноси что-то зловещее таким тоном. Мы уже слишком так далеко, нам осталось лишь делать это, так сделаем же. У нас нет выбора. Сейчас мы не можем повернуть назад. Шуичи, опять? А, окей, я думал, опять останется там позади. Давай уже, я провожу всех вас и сам пойду следом. В полной решимости мы все шагнули вперед. Однако, даже заходя в лифт со всеми, я дрожала от ужаса, но продолжала идти. Потому что решила сражаться. В этот момент все сели в лифт. Поехали, поехали. Наконец-то. Игра начинается по-настоящему. Все так долго этого ждали, да. Все 15, хотел сказать 16 сначала. На секундочку хотел сказать 16 человек, но, да, как мы знаем, один нас уже покинул. Друг, наш друг. О, как же это круто, это действительно лифт. И все же, этот лифт опускается достаточно глубоко. Как мы падаем. Интересно, как далеко мы вниз, мы рухнем. Мне, друг, очень сильно захотелось в туалет. Не переживай, можешь Ну, конечно, робот не сможет понять, насколько это неприемлемо. Да, Кипа, что ты... Ты каких книжек... Что ты вообще... Как ты обучался? Как тебя обучали? Ну, что ты... Дурак, что ли? Дурак? Ты дурак? В ожидании достижения нашей цели я прошептала Шуичу. На ушко прошептал. Ну это довольно громко, все услышат. Кайда, все услышат. Как ты шепчешь? Я сейчас покажу, как шептать надо. Шуич, насчет того разговора. Что? А ты тоже шепчешь или я один шепчу? Я думаю, все боятся узнать правду. Ладно, окей. Они шепчут, но мы понимаем, что они не шепчут. Просто они в полный голос говорят. Но люди готовы найти ее, это те, кто смогут решить, могут решить свою судьбу. Если не отличишь ложь от правды, ты не сможешь выбрать путь. Ты даже не будешь знать, что находишься на ней. Блин, эта катсцена, как будто мы уже в каком-то конце, я не знаю, прям какая-то последняя финальная речь уже перед окончанием игры. Как будто мы на последний классный суд идем уже. Поэтому борись за правду, даже если тебе страшно. Я знаю, ты можешь это сделать. Да, Шуич, верь в себя, ты детектив. Я, конечно, все сам сделаю, но ты верь в себя тоже. Может, ты поможешь нам. Если тебе страшно, должи силу у тех, кто постарается тебе помочь тебе. Подумай во всех, кому ты помогаешь, и пусть это станет твоей силой. Я была такой же, как и ты. Как-то мы долго спускаемся, вам не кажется? Куда, на какой этаж мы спускаемся? Мы к коре земли спускаемся, к ядру. Перед концертами я всегда так нервничала, что казалось, будто меня вырвет. Да, кстати, это я понимаю, мне тоже бывало такое. Но потом я вспоминала всех людей, которых заставляла улыбаться своим представлением. Каэда. Ладно, пошли. Такие плохие вещи лучше заканчивать как можно быстрее. Идем, Шуичи, идем. В основном эти слова были для меня, они были. Само внушением, чтобы я не повернул назад. Забавно вышло. Но Шуичи, я думаю, они тоже помогли. И еще бы он просто кепку свою снял, я думаю, что это прибавило ему бы уверенности. В своих силах. И тогда мы точно бы решили это дело. Будь забавно, если он просто в конце этого суда просто возьмет такой. Все, я типа, я перехожу на новый уровень и просто бросает кепку на пол и топчет ее и уходит просто в закат.
И конец игры. Конец игры, само собой. Спустя некоторое время лифт наконец остановился. Дверь медленно открыли, чтобы раскрыть нам то, что ждало нас на другой стороне. О, ну тут у вас. Тут у вас довольно тоже бюджетненько, я бы сказал, бюджетненько. Ну, в плане того, что красиво вот здесь, красиво, да. Добро пожаловать на классный суд. Ух, наконец-то начинается классный суд. Наконец-то начинается настоящая игра. Да, это я сказал, что настоящая игра начинается. Как и говорилось в пророчестве. Слушайте сюда, с этого момента вещи будут настолько жестокими, что вы захотите вернуться назад. Это неправда, здесь не будет никаких кровавых или жестоких сцен, я уверен. Это подлинная копия зала суда. Хм, какой ужасный вкус. Зачем вы заставляете нас заниматься этим? Это, по-вашему, это весело? Конечно же, помещать незнакомцев в сценарий жизни и смерти – лучшее развлечение. Вы ужасны. Ужасным или нет, в этом мире тот, кто веселится, истинный победитель. Правильно, надо жить своим удовольствием. Накума хотя бы это понимает. Пускай у него удовольствие не такое, которое нравилось бы большинству людей, но... Такой уж он человек, хотел сказать, ну, медведь. Пока тебе весело, неважно, какие ужасные вещи ты делаешь или делают тебе. Сука! Вау, ты так отвратительно, что почти бодрит. Как нам начать эту игру? Вон там находится трибуна. Пожалуйста, встаньте позади той, на которой ваше имя. Пам-пам-пам! Боже, как они... Боже, как они вовремя добавили... А, ну куда же без этой? В3, В3. Трек называется В3. Боже, боже мой. Спасибо, спасибо. О, спасибо. Я рад. Я бесконечно рад, что этот трек все еще продолжает нас радовать. По крайней мере, радовать меня. Следуя инструкциям Монокумы, мы направились к своим трибунам. Пока я шла к своей трибуне, образ его тела промелькнул в моей голове. Тело Ронтара. Ронтара. Он умер, не зная своего абсолютного... собственного абсолютного таланта. Нет, он был убит каким-то ужасным, ничтожным подонком. Я никогда не прощу его убийцу, именно поэтому. Мы разоблачим организатора и закончим эту убийственную игру. Пэм-пэм-пэм. Это все, что я теперь могу сделать для Ронтара. Ту-ту-ту-ту-ту-тум. Его убийца в этой комнате среди нас. Организатор, управляющий Монокумой, заставляющий нас сыграть в эту убийственную игру. Ту-ту-ту-ту-тум. Не думаю, что когда-нибудь буду полностью готов узнать, кто является этим человеком. Или роботом. Мы обязаны это выяснить, чтобы избавиться от недоверия друг к другу. Ту-ту-ту-ту-тум. Чтобы мы смогли закончить эту убийственную игру. Поэтому я здесь. Я не могу показывать здесь страх. Я должен сражаться до самого конца. Я преодолею этот классный суд жизни и смерти. Окей, это было драматично довольно. С моей стороны особенно это было нереально драматично. Нереальный драматичный старт этого классного суда. Окей. Давайте сохранимся, так уж и быть. Не хотел сохраняться на самом деле, ну ладно. И продолжим этот классный суд в следующей серии. Никто не хотел верить, что это действительно произошло, но Ронтара был убит прямо перед концом временного ограничения. Ограничения. И теперь Каэде и Шуичи должны бросить вызов этому классному суду. Окей, ну все, теперь мы на этом точно закончим. И спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, вступайте в группу ВКонтакте. И до скорой всем встреч, и пока.